На Украине скончалась 19-летняя девушка, которая участвовала в конкурсе по скоростному поеданию бананов. Несчастный случай произошел на новогодней вечеринке в одном из кафе полтавского города Гребенка. Девушка запивала конкурсные бананы алкогольным коктейлем. По мнению врачей, именно алкогольный коктейль причинил ожоги дыхательных путей. Ранее высказывались мнения, что участница конкурса подавилась бананом, но медики после экспертизы эту версию отвергли.